Горы строительного и бытового мусора обнаружили в окрестностях дороги на Попов-Хутор со стороны Московского шоссе. Огромная территория между поселком, подножьем Лысой горы и Дендрарием завалена кучей бетона, кирпичами, пластиковыми бутылками, коробками и старыми автомобильными покрышками. На жалобы местных жителей отреагировал Народный фронт. Приехали, посмотрели, связались и с строителями Алания Парк, где нас, по их информации, здесь тоже будет размещаться часть аттракционов, которые планируются в рамках строительства объекта. И вот этот мусор, он будет заравниваться, и на этом месте будут вести строительные работы. И самое главное сейчас это обеспечить, чтобы больше сюда мусор не свозился, а бытовой нужно все-таки убрать. Еще одна стихийная свалка за торговым комплексом «Люра Мерлен» на улице Международная. Территория больше 1000 квадратных метров. Это и строительный, и коммунальный мусор. Для решения проблемы активисты намерены направить обращение в профильные ведомства республики. Это огромная проблема, которую будем стараться решить. На данном этапе будем обращаться в МЭС города Владикавказ, Министерство природных ресурсов республики и прокуратуру.